Роботы, GPS-нашыйнікі для хатніх гадаванцаў і разумная ферма. У Гомелі прайшоў гарадскі этап рэспубліканскага маладзёжнага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». 49 удзельнікаў, гомельскія студэнты і школьнікі прадэманстравалі экспертам сацыяльна важныя праекты. Ідэі маладых людзей закранаюць самыя розныя сферы, ад распрацоўкі новых цяплічных комплексаў да мабільных дадаткаў. Асаблівая ўвага пажарна-вратавальнай і патрыятычнай тэматыцы. Это будет робот с двумя руками, которая будет как управляться человеком с помощью примерно похожего устройства, только более доработанного. То есть МЧС может это применить как в качестве разминирования, то есть сапер может дистанционно с помощью как раз-таки робота там переносить какие-то предметы. Я представляю проект «Рука помощи». Это активный тягловый протез, созданный при помощи 3D-печати. Сам протез является уникальным для Беларуси. И такие вот технологии позволят намного удешевить сам способ протезирования и облегчить им повседневную жизнь. Пераможцы туру прадставяць горад на абласным этапе конкурсу. Дарэчы, сёлета ўдзельнікі з розных раёнаў падалі рэкордную колькасць заявак, больш як 100. Очень много энергосберегающих проектов, в том числе и в сельском хозяйстве, и теплицы, и энергосберегающие дома, домик-экономик. Ну, проектов на самом деле огромное множество, и в 10 номинациях в этом году ноу-хау представлено в виде номинации «Бизнес-идея». Молодежный инновационный проект «100 идей для Беларуси» поспяхово проходит на протягу 11 годов. За гэты час свои идеи и напрацовки пропоновали больше як 1000 хлопцев и девчат с Гомельской области.